Салют, друзья, вы вновь на канале Makita PT. Сегодня у нас интересное событие. DF0300 появился в комплектации X1. То есть мало того, что до этого он был просто DF0300 у нас, вот и в X1 пришел. Да, и конечно же был еще его ударный вариант HP0300. Собственно, что такое DF0300, мы с вами, конечно же, помним. Тут удобнее достать было битку в первую очередь. Уже потом сам шуруповерт с проводом и документы в последнюю очередь. HP мы тоже вроде бы как помним с вами. Здесь я, пожалуй, сначала документы достану, потом уже шуруповерт, потом уже битку в конверте. Кстати, если мы присмотримся, битка во всех случаях Philips 2 с одной стороны и плоская, с другой 5-миллиметровая. Ну и вот он тем и отличается, что у него есть функция удара, и поэтому режимы выведены на отдельное кольцо, помимо 20 положений самого момента. Ну а что же такое X1? Тут у нас отвертка на картинке какая-то. Вот и она, собственно, это отвертка D58833 или же 58833. Аккуратно вскроем ее. В отвертке тут уже дополнительно идет битка Philips 2. И у нее еще есть функция реверса. Люфт отсутствует. Рукоятка удобная, прорезиненная, с пупырышками и помпушками. Ну, конечно же, документы остались в этом наборе по-прежнему. Никуда не делся и DF0300. О, а бита уже идет в прозрачном пакете. Вот мы видим, какая она. Легендарный DF0300, ровно как и HP0300, не менее легендарный, это сетевые шуруповерты 320 Вт мощностью. Сам двигатель также щеточный. Щеточный узел находится сзади, и с обеих сторон имеются колпачки для самостоятельного доступа к щеткам. Аккуратно откручиваем колпачок. 411 щетки вам понадобятся. Менять щетки следует при износе хотя бы одной из них до специальной метки и менять обязательно парой. Сам шуруповерт двухскоростной, кнопка располагается вверху на корпусе. За патроном располагается кольцо переключателя крутящего момента. Количество градаций здесь 20. И также имеется один режим сверления. В инструменте HP кольцо момента и кольцо режимов – это два разных кольца. Вот у нас ударный режим, вот у нас режим дрели и вот режим шуруповерта. Крутящий момент этих ребят по максимуму составляет 56 ньютонов на метр. А скорость 450 оборотов в минуту на первой и до 1500 на второй. А у HP еще и ударов 6750 на первой и 22500 на второй. Остается не лишним напомнить, что это шуруповерт у нас не с тангенциальным ударом, это шуруповерт с осевым, то есть возвратно-поступательными движениями муфты взад и вперед. Это не то же самое, что импакт, который обладает тангенциальным ударом. Помните, мы с вами в одном из выпусков, по-моему, в прошлом говорили о том, что это словно удары по гаечному ключу, которым вы пытаетесь что-то открутить или забить, закрутить. И вот когда вы приходите за покупкой шуруповерта и говорите, мне нужен ударник, вам бы желательно эту разницу знать. И да, так как у него есть ударный режим, это еще не значит, что это перфоратор. Может быть, пористый бетон и кирпич, это, конечно, ему под руку. А вот прочный бетон, как в старых добрых пятиэтажках, он сверлить будет вряд ли. Для этого лучше приобрести перфоратор все-таки. Шнур у нас здесь 2,5 метра по факту составляет. Имеет особенность включаться в розетку.
Причем она может быть без заземления, поскольку здесь имеется двойная защитная изоляция, как и во всем корпусе инструмента. Курок удобно расположен на рукоятке. Имеется кнопка блокировки, которую можно использовать для работы в непрерывном режиме. И скорость регулируется от нуля при увеличении давления на курковый переключатель. Также сработает плавный пуск. Также привычно расположен переключатель реверса в виде рычага с двух сторон под указательные большие пальцы над курком. Не блокирует посередине ничего, просто влево-вправо. Что же они могут по итогу? А могут они сверлить сталь до 10 мм, дерево, пластик до 28, ну и HP в ударном режиме еще и бетон до 8 мм возьмет. Ну а закручивают шурупы 5-100 на 63 максимум и винты М6. Патрон быстрозажимной до 10 мм оснастку зажимает. Размеры инструментов 220 на 67 на 206 мм, это речь если о DF, HP чуть подлиннее за счет вот этого кольца, 235 его длина составляет, высота и ширина также остаются 67 и 206 мм. Сделаны оба инструмента в Китае. Вес обоих инструментов без провода и с проводом составляет. DF у нас полегче. Составляет без шнура кило 250. Шнур добавим к инструменту. Получилось кило 450. HP по-любому у нас тяжелее. Кило 320 это только лишь без провода. Шнур добавим к инструменту. Кило 520 с проводом. То есть в обоих случаях 200 грамм провод. Вполне приятное ощущение для рук, когда держишь эти инструменты. Инструмент там, где надо, как следует прорезинен и вполне себе эргономичен. Ну и самое главное, не забудьте посмотреть наше легендарное о нем видео, легендарное на данный момент, где разбирается, собственно говоря, тема того, что же здесь, втулка или подшипник. Может быть, вы тоже мучаетесь этим вопросом. Это видео наверняка вам поможет. Ну все, не медлите, не тяните. Значит, дрель шуруповерт DF0300, она же с отверткой, с храповым механизмом и ударная версия HP ждут вас в описании под этим видео. Ссылочки на наш сайт makita-pt.ru. Прежде чем уходить с этого видео, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте нам все необходимые парочку лайков и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Thank you.